Приветствуем вас на канале для руководителей и ценных сотрудников. Сегодня на примере строительной компании мы покажем, чем может быть полезна программа для составления сметы. Смета должна отражать все работы и материалы, да еще и при необходимости с привязкой к разным этапам проекта. В ней можно показать транспортные и хозяйственные расходы, затраты по доставке материалов, зарплату сотрудников и любые другие виды финансовых затрат. Смету после составления можно распечатать для демонстрации и подписания. Программа по каждому проекту позволяет планировать различные этапы с указанием сроков начала и окончания. Все это может быть представлено не только в табличном виде, но и в разрезе календарных дней на диаграмме Ганта. Вы будете легко контролировать сроки и сравнивать планируемое время с фактически затраченным. А кроме того, в системе можно прикреплять любые файлы, проектную документацию и скан копий документов, чтобы заинтересованные сотрудники могли ознакомиться с ними в любой момент. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В следующих видео вы подробно узнаете про различные технические возможности для работы с проектной информацией. До новых встреч!